18 преподавателей по специальным дисциплинам приняли участие в конкурсе со всего региона. Цель – выявить лучших в своей отраслевой деятельности. Педагоги по поварскому делу и ремонту обслуживания сельскохозяйственной техники в рамках конкурса World Skills в течение 2 дней будут показывать свои навыки и искусное мастерство. Одна из особенностей областного конкурса – это то, что участник приезжает со своим экспертом. При этом сам компатриот оценивает других участников. На работу преподавателям дается 6 часов. За это время им предстоит выполнить 5 модулей. Смотрят на внешний вид продукта, гигиену, санитарию, вес и вкус. Хлеб, к примеру, будут оценивать только завтра. Первый модуль у них идет киш с разными начинками на выбор участника. А затем идет у них плетение хал. А плетение хал мы вытаскивали жеребьевкой, из 5 жгутов нам попалось. И третий у нас идет ржаной хлеб. Завтра у нас будет арт-класс, самое сложное задание. То есть все арт-класс на тему карнавал. Они должны сделать скульптуру из хлеба. На конкурсе присутствуют 22 специалиста, оценивающих конкурсантов. Компатриоты, независимые и главные эксперты. В электронной системе имеются критерии, по которым следуют преподаватели, выполняя модули. Приехал сюда на соревнования World Skills по профмастерству среди преподавателей специальной дисциплины и мастеров производственного обучения. Сейчас здесь участников, 9 участников с 9 колледжей. Проводим соревнования. Важно здесь профмастерства среди преподавателей специальных дисциплин. Ну, делиться опытом, повышать профессиональную деятельность свою. Областной конкурс имеет свои преимущества, ведь он будет учитываться при аттестации педагогов. Такие мероприятия позволяют показывать свои навыки и расширять сферу своего влияния, коммуникации и роста. После победы конкурсанты, получившие наивысший балл, поедут защищать честь области на республиканском уровне. Вероника Цветкова, Алишер Шакубаев, Кокше, Акпарат.